25 минут в прямом эфире. Итоговый выпуск новостей. Добрый вечер. В студии ведущая Сундугаш Султанова. И Тимур Мухамадеев. Здравствуйте. Сегодня в программе. Взрыв в жилом доме в Караганде. Экстренно эвакуировали жильцов многоэтажного дома. Пятеро пострадали. И снова в кризис. Парламент Кыргызстана собирается выразить вотум недоверия правительству. Ну а правительство Казахстана получило вотум доверия парламента, но не единогласно. Петропавловские судоисполнители закрыли городской военкомат. За антисанитарии и аварийность стены зданий буквально готовы были обрушиться на головы офицеров и призывников. Ольга Ведукевич выясняла, почему судьба военкомата в большей степени зависит даже не от военных, а от чиновников Министерства культуры. Сегодня в Караганде расследуют чрезвычайное происшествие, взрыв в жилом доме. И как только что стало известно, названа предварительная версия инцидента. По версии ДЧС, причиной мощного хлопка, сильного пожара и обрушения конструкции 4 квартир стал взрыв газового баллона. Как мы уже рассказывали, в результате происшествия пострадали как минимум 8 человек. Погибших нет. Артем Петров разбирался в подробностях и обстоятельствах произошедшего. Сегодня в центре Караганды в одном из жилых домов по проспекту Бухар-Жырау прогремел мощный взрыв. Такой силы, что в нескольких квартирах обрушили стены и выбило окна. Есть пострадавшие, среди них 3 детей. Взрыв произошел непонятно от чего и как. В 5 утра вот я проснулся от бешеного, огромного, не знаю, оглушающего взрыва. Потом пошли крики. Это в соседней квартире упали стены. Упали стены, и спящих людей там привалило стеной. У нас, например, стена разорвана, и мебель попадала, пианино снесло, шкаф снесло. Там, ну, наше счастье, что мы спали подальше от этой стены, головы в другой стене. Прибывшие на место ЧП службы спасения эвакуировали всех жильцов 4-этажного дома и принялись тушить очаг возгорания. По версии пожарных, взрыв произошел на 1-м этаже в 3-комнатной квартире. Причиной мощного хлопка стал неисправный газовый баллон. По предварительным данным, возможная вероятная причина – это вспышка газовоздушной смеси в ходе утечки с последующим воспламенением в квартире номер 17. Все, что соком вылетело сюда. У Александра Афанасьева пострадала не только квартира, но и автомобиль. Иномарка стояла под окнами той самой 17-й квартиры. Ее буквально изрешетило осколками. Причем, по словам Александра, беды от этих соседей исходят довольно часто. Она уже когда-то взрывалась в этой же квартире. 20 лет, наверное, назад. Обгоревшая вся ходит. Зимой вот они горели. Тушили, здесь пожарные приезжали, окна выбивали. Сейчас вот опять... Сейчас специалисты ЧС работают на месте взрыва. Необходимо выяснить степень разрушения дома. Пострадали несущие стены, поэтому 4-этажку могут признать аварийной. Тем временем в областной больнице оказывают помощь пострадавшим. Известно, что 4 получили ожоги различной степени. Одна женщина доставлена в клинику с тяжелой травмой грудной клетки и позвоночника. Артем Петров, Бек Айбиев, 7 канал. Дорожные полицейские Алматы больше не будут требовать от собственников авто с кыргызскими номерами наличия у них таможенной декларации. Такое обещание дали руководители ДВД города после многочисленных жалоб автовладельцев. По мнению водителей, требовать у них эти документы полицейские не имеют права. Это прерогатива таможенников. Однако именно из-за этого сегодня около 100 машин с кыргызскими номерами уже находятся на штрафстоянках. За автовладельцев выступили правозащитники. Действия полицейских они тоже считают незаконными. Зачем поднимать панику, да, у водителей? Если вы хотите сказать, что всем владельцам киргизских машин запрещено ездить из-за того, что у них проблемы с таможенной декларацией, да, тогда это публично объявите. Да? Но идет же какой-то из-под тишка, понимаете вопросы? Да? Вот раз выловили кого-то, остановили, а говорю, поскольку не всех, да, то есть кто-то кого-то останавливает, кого-то не останавливает, да, тогда повод для коррупции есть на самом деле. Да? И на самом деле мне эти водители киргизских машин рассказывают, говорят, даешь бабки, отпускают. Если страж правопорядка требует от водителя, кроме прав и техпаспорта, таможенную декларацию, юристы советуют записывать эти факты на видеокамеру и жаловаться в ДВД. А пока решить проблемы желтых номеров автовладельцы пытаются в суде. Они требуют признать виновными таможенные органы, ведь именно они допустили незаконное пересечение границы авто из Кыргызстана. Второй пункт иска – дать автовладельцам год на легализацию их машин в нашей стране.
Правительство Казахстана готовится к негативному бюджетному сценарию из-за возможной второй волны кризиса. Сегодня в Астане на совместном заседании палат парламента премьер-министр Карим Масимов заявил, цена на нефть в мире может упасть до рекордных 50 долларов за баррель. В этом случае, по его словам, уже в сентябре Кабмин вернется к депутатам с просьбой пересмотреть бюджет страны на следующий год. Премьер сообщил, уже сейчас в Кабмине готовятся к разным вариантам событий и рассматривают несколько сценариев развития экономики на будущие 12 месяцев. Масимов не исключил, бюджет может быть секвестирован. Сегодня депутаты в очередной раз выслушали доклады Конституционного совета, Счетного комитета и отчет правительства, который содержит в том числе и данные о многомиллиардных неосвоениях, а также о нарушениях при исполнении бюджета прошлого года. Мы живем в своей стране и должны управлять ею так, чтобы любые угрозы, которые возникают вне, мы готовы были пережить. Особенно вот вы сейчас рассказывали о том, что тендеры у нас не совсем удачно проходят. Они не в Непале проходят. И не в Буркина-Фасо, у нас. И надо нам, наверное, наводить порядок, в конце концов, чтобы тендеры были честными и открытыми. И я хотел бы сказать, вот эта система планирования и переведение стрелок на какие-то негативные обстоятельства, это не украшает правительство. Та цена на нефть, которая упоминалась, это от 65 до 70 долларов, это средневзвешенная цена за 10-летний период, которой пользуются все мировые аналитические агентства, международные финансовые организации и сами нефтяные компании. Я хотел напомнить, что в соответствии с концепцией Национального фонда все средства от дохода от нефтяного сектора поступают в Национальный фонд. Несмотря на критику, парламентарии все же утвердили отчет правительства по исполнению бюджета прошлого года. Однако на этот раз документ депутаты поддержали не единогласно. Семеро против, пятеро воздержались. Напомню, в случае, если две трети депутатов не поддержат отчет правительства об исполнении бюджета, выразив недоверие таким образом, кабинет министров должен уйти в отставку. Кыргызстан вновь может оказаться на пороге политического кризиса. Группа парламентариев открыла сбор подписей для выражения вотума недоверия правительству. Поводом к этому шагу послужили крайне негативные оценки работы Кабмина. Парламентарии недовольны низкими темпами экономического роста страны. Но это не единственные претензии депутатов. Сразу после объявления о сборе необходимого числа голосов для выражения недоверия правительству стало известно задержание одного из инициаторов кампании, депутата Наримана Тулеева. Это еще больше распалило гнев избранников. Они настояли на созыве внеочередного заседания парламента. В чем обвиняют депутаты и чем его коллег по палате не устроил премьер-министр, выясняла наш собственный корреспондент в Бишкеке Кристина Груздова. Это внеочередное заседание парламента Кыргызстана. Повестка дня – вотум недоверия правительству и арест депутата Тюлеева. Второе, говорят народные избранники, вытекает из первого. Задержание Тюлеева напрямую связано с его инициативой по сбору подписей за вотум недоверия правительства. У них не было никаких доводов. Когда я их спрашиваю, слушайте, вот 9:15 вечера, у вас есть постановление, у вас есть повестка? У вас есть постановление о принудительном? Ничего нет. Сразу после допроса Тюлеева отпустили, но разгневанный на действия силовиков парламентарий заявляет о политическом заказе и намерен подать в суд на Генеральную прокуратуру. Однако в этом ведомстве задержание депутата объясняют расследованием одного уголовного дела. Тюлееву в бытность его мэром Бишкека инкриминируется статья «Коррупция», на которую, кстати, депутатская неприкосновенность не распространяется. В прокуратуре пояснили, что сотрудники, которые проводили задержание, действовали по закону. Ему была прислана повестка, но он не явился. Его адвокат был в курсе всех следственных и процессуальных действий. Пришлось задержать поздно вечером, потому что были опасения, что он скроется. Пока расследование в отношении Наримана Тюлеева продолжается, парламентарии активно собирают подписи. За отставку правительства уже 50 народных избранников. Для легитимности решения нужно еще 11 фамилий. Ровно неделю осталось работать депутатам, потом летние каникулы. За это время правительство все же попытается отправить в отставку. Если не выйдет, то у премьера Бабанова будет время реабилитироваться до осени и все же показать реальные результаты своей работы. Ведь главной причиной желания депутатов отправить Кабмин в отставку стали рекордно низкие темпы развития экономики страны. Кристина Груздова, Зацадабаев, 7 канал, Кыргызстан. Это новости на 7 канале. Смотрите во второй части программы. Проверка на профпригодность. Аттестацию не прошел каждый пятый руководитель. Около 30 полицейских уволились еще до начала экзаменов. Ни взлететь, ни проехать. Итальянские транспортники помогли тысячам туристов застрять в аэропортах и на вокзалах.
судоисполнители закрыли городской военкомат. За антисанитарии и аварийность стены зданий буквально готовы были обрушиться на головы офицеров и призывников. Ольга Витакевич выясняла, почему судьба военкомата в большей степени зависит даже не от военных, а от чиновников Министерства культуры. Сегодня зав.отделом правоохранительной системы администрации президента Олег Шпекбаев озвучил предварительные результаты аттестации высших полицейских чинов. И главный итог – проверку на профпригодность не прошел каждый пятый из руководящего состава. На специальной пресс-конференции в Астане Шпекбаев сообщил, 26 сотрудников силовых ведомств подали рапорты на увольнение еще до начала аттестации. «69 руководителей или каждый пятый не прошли аттестацию. Из них 29 рекомендованы к увольнению, 28 понижению должности и 12 переводу в другую службу. 15 сотрудников не набрали необходимого парового значения в ходе тестирования на знание законодательства и логического мышления. 16 аттестуемых не сдали зачеты по физической, 45 по огневой подготовке, и 10 у 10 зафиксирован низкий уровень психологической устойчивости. Ожидается, что в течение года в стране внеочередную аттестацию пройдут свыше 98 тысяч должностных лиц. Ранее неоднократно заявлялось, переаттестация будет служить хорошим поводом уволить плохих сотрудников. Уже сейчас президенту Назарбаеву внесены предложения о повышении материального и социального обеспечения работников правоохранительных органов. Пассажиры 111-го рейса Алматы-Баку по-прежнему находятся в аэропорту Шымкента. Напомню, самолет Airbus A320, принадлежащий компании Air Astana, сегодня в 11 утра совершил экстренную посадку в областном центре Южного Казахстана. Во время полета сработала сигнализация о задымлении в заднем багажном отсеке. На посадочной полосе борт встречали экстренные службы – скорые, пожарные и сотрудники МЧС. Нам удалось связаться по телефону с одним из пассажиров рейса. По его словам, во время аварийной посадки у одного из пассажиров преклонного возраста резко ухудшилось самочувствие. Удалось узнать, что якобы сработала кнопка или лампочка сигнала задымления в багажном отсеке. Также, по словам пассажиров, которые находились в хвостовой части самолета, какое-то время они чувствовали запах дыма, запах гари. Вот, ну, как такового пожара не было, во всяком случае, визуально наблюдали, что пожарные не тушили ничего. Здесь, в здании накопителя, ну, как таковых условий для пребывания пассажиров, временного пребывания пассажиров нет. Вот только что принесли воду, ну, нехитрые булочки, пирожки, натуральные соки. По-прежнему не объясняют, что же на самом деле произошло. Авиакомпания Air Astana сообщает, что источником задымления стала сумка с медицинскими препаратами. Пока авиаперевозчик не может сообщить о конкретном времени отправки рейса. В Индонезии военный самолет, рухнувший на жилые дома, был исправен. Об этом заявили официальные представители ВВС страны. Сейчас на месте катастрофы продолжают работать спасатели и эксперты. Им предстоит выяснить причины трагедии. Бортовой самописец уже обнаружили. Его расшифровкой занимается специальная лаборатория. Известно, никаких сообщений о неполадках во время полета с борта на землю не поступало. Тела 11 погибших, в том числе двоих детей, сегодня передали родственникам для организации похорон. Еще около 30 человек, получивших серьезные травмы, доставили в больницы. Некоторые из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Самолет упал на жилой комплекс ВВС. Все пострадавшие доставлены в больницу. Ведется расследование. Это не первая авиакатастрофа с участием самолетов Fokker F-27 производства Нидерландов. За последние 40 лет на территории Индонезии произошли 9 инцидентов с этими машинами. Жертвами катастроф с Fokker стали свыше 150 человек. Военные чиновники давно планируют списать самолеты как устаревшие. Однако, когда именно это произойдет, пока неизвестно.
В Италии сегодня началась общенациональная забастовка транспортных служб, которая продлится ровно сутки. Акция, организованная профсоюзами, направлена против действий правительства по сокращению бюджета. Однако в первую очередь забастовка коснулась рядовых граждан. В аэропортах скопились длинные очереди пассажиров. Всех, кто рассчитывал сегодня покинуть страну, предупредили, что до завтра вылетов не будет. Аналогичная ситуация наблюдается и на железнодорожных вокзалах. Те, кто решил не дожидаться окончания забастовки и уехать на такси, вынуждены платить втридорога, либо часами ждать машину. Я часто бываю в Риме, но впервые я оказался в подобной ситуации. Остается надеяться, что хотя бы к вечеру я попаду домой. Акция затронула все регионы Италии, кроме самого северного, Эмилия-Романья. Эпицентром стал Рим, где служащие не только пропустили работу, но и вышли на митинг. По их мнению, государство не имеет права экономить за счет зарплаты, пенсий бюджетников. И затягивать пояса должны в первую очередь самые обеспеченные граждане, в том числе министры и депутаты. Сегодня президент Назарбаев провел в Акраде очередную встречу с ведущими представителями отечественного бизнес- и финансового сектора. Формальное заседание было посвящено развитию предпринимательства. Фактически же диалог превратился в череду запросов, просьб и прошений о всевозможных преференциях. Строители просили главу государства вернуть субсидирование отрасли, банкиры предлагали дать им деньги из нацфонда, аграрии намекали на существенные вливания для оздоровления агросектора. Единым ответом президента на все эти предложения можно рассматривать его категоричные обращения к бизнесменам. Вам хватит хныкать и нужно начинать работать. На этом фоне одно из заверений, прозвучавших из уст лидера нации, касалось регламентации на проверке малого и среднего бизнеса. Нурсултан Назарбаев пообещал, что на этот счет в стране примут специальный закон. Дамир Айдаров увидел, как не оправдались надежды крупных казахстанских бизнесменов. Многие сегодняшних казахстанских акул бизнеса для президента как дети. Лидер нации не раз повторял, что за 20 лет уделял особое внимание предпринимательству. Вот и сегодня Нурсултан Назарбаев еще раз перечислил принятые государством меры по созданию условий для бизнеса. Тем не менее, за прошлый год доля МСБ в структуре ВВП выросла с 18 до 21%, что не отражает реальной помощи государства. Я подробно в начале нашей беседы остановился на этих моментах, чтобы еще раз показать вам и всему Казахстану, что еще надо делать. Вам хватит хныкать и надо начинать работать. И давать отдачу государству за такую помощь, какую вам оказывается. Свою выгоду в пироге помощи государства бизнесменам хотят снять банки второго уровня. К примеру, председатель правления Народного банка попросил у президента проработать механизмы выделения денег из национального фонда для кредитования бизнеса, как это было сделано ранее в антикризисной программе. Например, при размещении государственных средств при ставке 1-2% в банках мы могли бы выдавать деньги под 5-6%. Можно ограничить маржу банков 4%. Этот вопрос президент поручил обсудить правительству и Национальному банку. В свою очередь бизнесмены от строительства просят президента снизить ставку ипотеки. Впервые застройщики просят помощь не для себя, а для будущих клиентов, представителей среднего класса. Задрав планку по ипотечным ставкам, банки второго уровня практически не стимулируют экономику и лишают людей возможности улучшить свое жилье, заявил председатель Ассоциации застройщиков Айдын Рахимбаев. У нас сейчас есть одна из самых дорогих ипотечных кредитов в мире, которая доходит 14-16%. Но действительно, любая семья, обеспеченная, нормально, вот живет двухкомнатной, трехкомнатной, хочет расшириться, но у нее есть накопление. А он же не может одновременно квартиру купить за 100%, идти в банк 14-16%. Через 10 лет, мы посчитали, он 2 квартиры выдает. Через 12-14% 3 квартиры, стоимость 3 квартир, если 14-16% годовых будет. Тем не менее, как заявил президент, бизнесменам дополнительного субсидирования в строительный сектор не будет. В данной отрасли все необходимые программы уже приняты. Государству деньги нужны для других целей тоже. Все же сделано. Жилстроизбережение есть, ипотека есть. По доступному жилью деньги выделены в объеме миллиарда долларов всем. Для молодых семей выделены. Вот работайте в рамках этого. Кого еще субсидировать? Субсидии, преференции, доступные кредиты у президента попросили и аграрии. За сельский бизнес говорил крупный костанайский предприниматель Василий Розинов. Он попытался задобрить главу государства и просил о введении единого сельского налога для аграриев. Нурсултан Абишевич, вы для нас отец родной, который поругает, но и поможет.
Очередные хвалебные оды аграриев желаемого результата не достигли. В ответ на это глава государства заявила о необходимости увеличения земельного налога. Надо пересмотреть налог на землю. За каждый гектар должны платить. Из-за этого мелкие хозяйственники сидят, ничего не делают. Потому что земля лежит, он будет лежать, передавать будет по наследству, а оно не используется. Дармовая земля. Закрывая совещание, президент посоветовал бизнесу активизироваться, учитывая намерение Казахстана вступить в ВТО, а также готовиться ко второй волне мирового экономического кризиса, где, по мнению Нурсултана Назарбаева, будет затронут не финансовый сектор, а уже реальное производство. Дамир Айдаров, Виктор Джигерис, 7 канал. Другим новостям. Военкомат Петропавловска признали негодным к дальнейшей службе. Слишком старым, грязным и неблагоустроенным. Военным за такую трактовку не стыдно. Они добивались разрешения сделать ремонт уже давно, но каждый раз получали отказ. Дело в том, что горвоенкомат – это комплекс из 6 деревянных зданий, построенных аж в 1895 году. Все вместе они признаны памятником архитектуры, а значит, неприкосновенны. Сегодня здание опечатали судоисполнители, а наш корреспондент Ольга Витукевич в этой связи обеспечивает. Беспокоилась, что же теперь будет с осенним призывом. Были приглашены понятые, два понятых для осмотра здания. Прогнившие ободранные полы, потрескавшаяся рама и штукатурка, а также детские рисунки на листочке в клеточку. Это все, что осталось после военных. Здесь еще вчера призывали солдат в армию. Сегодня здание военкомата признали непригодными к эксплуатации. Как бы это же госучреждение должно быть. Я не думаю, что госслужащие должны вообще находиться в таком помещении. Но действительно, это аварийное состояние. Этот комплекс построили еще при царском режиме. В 1895 году это был перевалочный пункт для переселенцев из Украины и России. Быт у военных до сих пор такой же, как и 117 лет назад у переселенцев. Рукомойники, ведра с водой и удобства во дворе. Все тяготы и лишения будущей воинской службы у петропавловских призывников начинаются еще здесь. Это туалет городского военкомата. Здесь равны все и новобранцы, и подполковники. Но у военных уже более полувека. Все удобства на улице, а вода только из колонки. А год назад офицерам и вовсе запретили пользоваться даже чайниками, чтобы, не дай бог, не замкнуло проводку. Военные отмечают, что закрыто только здание военкомата. Всех работников временно переселили в департамент по делам обороны. Сейчас ведомство работает в прежнем режиме. Ну, немного радости было. Неужели его закроют насовсем? И не будут подростков мучить с этими всякими призывными удостоверениями. А пока высшие военные умы области решают, что делать с осенним призывом, и в срочном порядке ищут новое здание. Ведь новобранцы – это полбеды, есть еще военнообязанные, а их целая армия. Ольга Ведукевич, Дмитрий Ройс, 7 канал, Петропавловск. Сегодня казахстанские полицейские накануне своего профессионального праздника вспоминали погибших товарищей. По всей республике прошли памятные марши, сотрудники правоохранительных органов возложили цветы к монументам славы. В этом году в Астане откроется обелиск сотрудникам полиции, которые погибли при исполнении служебных обязанностей. На месте монумента пока заложен камень памяти. Сегодня первый заместитель главы МВД Марат Демеев, коллеги, а также родные погибших, среди которых была и вдова Газиза Байтасова Гульжамал Тажиева. Она рассказала, что подвиг ее супруга, Тараскова, капитана полиции, помнят и чтят. После гибели супруга прошло около 8 месяцев. Внимание пока уделяется должно. Но хотелось бы, конечно, большего. Почтили минутой молчания сегодня и память сотрудников ДВД на транспорте. У монумента погибших здесь тоже возлагали цветы. За годы независимости в Казахстане погибли при исполнении 87 сотрудников полиции. Все они награждены знаками отличия за отвагу и доблесть. Напомню, завтра полицейские Казахстана отмечают свой профессиональный праздник. Органы внутренних дел были образованы 20 лет назад. Каратанчева не поддался Уимблдон. Винокуров попробует взять лидерство на Тур де Франс. И Майами Хит – лучшее в НБА и заодно во всем мире. Артем Петров знает подробности ключевых спортивных событий пятницы.
Сесиль Карантанчева покидает Уимблдон. Казахстанская теннисистка не смогла пробиться в основную сетку престижного турнира. В финале квалификационного раунда наша спортсменка уступила полячке Сандре Заньевски со счетом 3-6, 6-4, 4-6. Также Карантанчева оказалась за бортом квалификации в парном разряде. В дуэте с канадкой Шерон Элизабет Фишман Сесиль проиграла хорватско-венгерской паре Дарье Юрак и Каталин Мароши со счетом 6-1, 6-4. Лидером Астаны на Тур де Франс будет Александр Винокуров. Казахстанская велокоманда окончательно утвердила состав на самую престижную веломногодневку мира. Ассистировать Винокурову в большой петле будут наши легионеры Яни Брайкович, Борут Бозич, Фредерик Осяков, Андрей Гривко и Роберт Кисерловский. Также в состав Астаны на велогонке вошли казахстанцы Дмитрий Фофанов, Максим Иглинский и Андрей Кашечкин. Напомним, Тур де Франс стартует 30 июня, а завершится 22 июля. Майами на своем паркете обыграл Оклахому в пятом матче финальной серии НБА и оформил второй чемпионский титул в клубной истории. Главным героем решающей встречи стал звездный форвард-хит Леброн Джеймс, сделавший трипл-дабл, 26 очков, 11 подборов и 13 передач. Напомним, что свой первый титул команда, образованная в 1988 году, выиграла 6 лет назад. Тогда в ее составе солировали мировые звезды баскетбола и один из ярчайших центровых в истории НБА Шакил О'Нил, завершивший карьеру в прошлом году. Сегодня определится второй полуфиналист на Евро-2012. Греция попытается сотворить сенсацию и обыграть сборную Германии. Хотя выход из группы, к тому же после победы над фаворитом квартета сборной России, для всей Греции уже стал настоящим праздником. Творить историю греки будут без капитана и лидера команды Георгиса Карагуниса. У немцев же во всех аспектах полный порядок. Силы есть, потерь в основном составе нет. Бундестим излучает спокойствие, надежность и уверенность в своих силах. Статистика предстоящего противостояния также в пользу немецких футболистов. До этого Германия встречалась с Грецией 8 раз. 5 матчей выиграла, в 3 зафиксирована ничья. Последний раз команды играли в марте 2001 года, когда Германия обыграла Грецию со счетом 4-2 в рамках отборочного турнира чемпионата мира. Это все новости, но сразу после выпуска смотрите очередную серию программы «Экстрасенсы. Мировая